Пенсионеру, который поджег мэрию в Дудинке, предъявили обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом. Напомню, 29 декабря 63-летний мужчина пронес в администрацию емкость с бензином, расплескал горючее в коридоре и поджег здание. Огонь полыхал на площади почти 200 квадратных метров. В результате погибли 4 человека. Сам подозреваемый свою вину признал частично. По его словам, он хотел отомстить чиновникам, которые не дали ему благоустроенную квартиру, но смерти сотрудникам мэрии не желал. Теперь пенсионеру грозит от 8 до 20 лет тюрьмы. По его информации, он неоднократно обращался в администрацию города Дудинки для решения жилищного вопроса. По информации, полученной от администрации города Дудинки, мужчине была предоставлена двухкомнатная квартира для проживания вместе с дочерью. Однако этот вариант его не устраивал. Он хотел получить благоустроенное отдельное жилье.